Здравствуйте. Хотела немного поговорить об инкубаторе грудных яиц. Вот, как плохо видно. Сегодня вечером хотела снять и показать вам на воскопе, как все это выглядит. Принудительный, как говорится, поворот я убрала специально, чтобы охлаждать при открытии. Вот так просто двигаю сетку. Смотрю, какие у меня яйца повернулись, какие нет. Все на крестиках стоят. Нет, не все. Сегодня вечером сниму видео по поводу зародыши и как это все выглядит на воскопе. Еще хотела показать такую штуку. У меня, конечно, где-то есть овоскоп, но так получилось, что я его потеряла. Я взяла просто фонарик, налобный фонарик, примотала сюда двусторонний скотч. И сюда кладу яйцо. Конечно же, включаю, кладу яйцо, и все очень даже замечательно видно. Не нужно думать о том, что нужно купить овоскоп. Все так вот подручными средствами все работает. Так что вот, вечером сниму видео. Немножко у меня такой инкубатор замызганный. Сейчас у меня все вот отверстия открыты. Я вот смотрю видео многих. Они специально расшивают практически эти отверстия, делают отверстия больше. Но я вот не вижу смысла в этом. Потому что я специально открываю инкубатор, когда переворачиваю. То есть кислород поступает туда. А дальше, когда мне нужно повысить влажность, то есть это последние 3 дня, я просто все эти отверстия затыкаю. Оставляю 2-3 отверстия, а все остальное просто закрываю, чтобы влажность сохранялась. У меня, конечно, нет здесь ни автономного регулятора. То есть все здесь вот такое вот примитивное. Примитивное. Тут вот есть такая штука. У меня вот специально скотчем намотала, чтобы не коротило. Это если света не будет, чтобы подключить аккумулятор. Так что вот вечером сниму, покажу вам, что происходит в яйцах. Сейчас у нас получается 16-й, по-моему, день. Но я потом посмотрю по календарю и вам расскажу.